Всем привет, с вами Павел. Всем привет, с вами Павел Король. Сразу хочу расставить все точки над «и». Этот ролик снимал и монтировал я сам, за исключением, конечно, вот этого вот прямо этого момента. Сейчас камеру в руках держит Серега. За это ему респект и уважуха. В этом ролике не будет гор Норвегии, прекраснейших, красивейших, или южных красот Испании или Италии, мною любимых. Не будет пальм, дорожной романтики. Так что можете смело выключать этот ролик. Он не оправдает ваших ожиданий. А если продолжите смотреть, то вас ждет история трех моих коллег, наших коллег, возможно, которые работают здесь по месту, которые так же, как и я, да и как многие, устали от дальнобоя и хотят чего-то другого от жизни. Да, ребята неплохо зарабатывают, работая по месту, и самое главное, они проводят больше времени с семьей. Всех денег не заработаешь. Говоря о заработке, ребят, я говорю это исходя из условий латвийской действительности, исходя из условий латвийской реальности. В западноевропейских фирмах, естественно, можно заработать больше, но туда нужно уезжать, и не все хотят это делать. Я тоже не хочу, хотя не зарекаюсь. Ребята вытягивают здесь по месту 1,6, 1,8, даже некоторые умудряются 2 с плюсиком небольшим вытянуть, но работать приходится. Работа достаточно в высоком темпе происходит, каждый час выгрузка или загрузка. В общем, хочешь заработать — шевелись, но самое главное, что ребята находятся дома. Лично вот я для себя никогда не рассматривал литовские, польские, эстонские, даже немецкие фирмы, делать там нечего. В этом и следующих двух роликах будет Scania, которая, кстати, будет впервые на нашем канале, будет MAN, будет Volvo, будет щиповоз, зерновоз, спецтехника, порты, тяжелые грузы, загрузки сверху, самовыгрузки, walking floor. В общем, будет достаточно интересный и для многих полезный ролик. Так что, если вы остались до этого момента, спасибо, респект и погнали! Приветствую вас на борту нашего лайнера фирмы NEP. Меня зовут Андрей, я за рулем грузовиков. Ну, в этом году уже будет юбилей, 30 лет. Такой немножко уже старый, вроде как. Ветеран, можно сказать, дальнобоя. Такой, то есть воспитывался на старых понятиях. Знаю, что такое тир-корнет, если вы еще знаете, что это такое. Сколько проехал километров, говорить не буду, потому что очень много. Очень несколько раз, я думаю, огибнул земной шарик. А сел здесь, потому что жизнь заставила, скажем так, любовь привела к тому, что посчитал в свои года, что надо быть дома с семьей. И поэтому работаю здесь, по месту. Начинал на заводах еще, на ГАЗ 50 раз. Такой был газик у нас. Возил продукты в столовую. Потом армия тоже наша, латвийская, доблестная, СУЖИ. Ездил на автобусах, неоплан. Наверное, был самым молодым водителем. 23-24 года мне было, по-моему, в Риге, там, с туристами. Пытался сесть на месте, не получилось. Друг показал мне машину Scania. Я про нее как раз читал в журнале «Королева дорог» и все такое. И через месяц я на этой «Королеве дорог» покатил бороздить просторы нашей необъятной родины. Так и полюбил Scania. Как видите, сейчас я тоже в ней. В жизни, в принципе, какая-то есть стабильность. Это машины. Вроде все получается. В принципе, тот же заработок, что на кругах, можно заработать и по месту. Ну, работать надо. Рыночные условия этого требуют. Ну, сегодня сами все увидите. Сегодня обслуживаем завод Inchukalns, возим щепу, оттуда гранулы. По дороге будет маленький пит-стоп. Заедем в сервис, у нас маленький ремонт. Замена камеры на прицепе. Вот, и дальше опять в работу включимся. Расскажем, покажем, скрывать практически ничего не будем. Да, еще хочу, пользуясь случаем, так как отвозили мы в моей практике водительской не габарит, лет 10 работая в Лепое. Поэтому хотелось бы передать всем отличным ребятам из города Лепое. Прекрасный город, прекрасные ребята. Проведено много количества часов вместе, приятных. Поэтому, если есть желание, ребят, приходите к нам, строим всех сюда. Лепойских, да. Можно и Лепойских. У меня бы практически уже, можно сказать, я уже почти и Лепойский. То есть все друзья у меня получилось так, что все в Лепое остались. Сам из Риги, родился, жил здесь. Пытался лет 8 там осесть, так получилось тоже. В России пожил, попробовал. Как бы тоже нравилось, но все как бы здесь, мать здесь, поэтому опять мы дома, опять мы здесь и работаем только на месте. Дальнобой пока, честно сказать, не хочется. Пока не хочется. Ну, пока есть. Или вообще? Ну, так. Ну, трудно зарекаться, потому что дальнобой, как говорится, это образ жизни у людей, наверное. Есть многие, которые без него просто не могут, да. Мне, наверное, нужна просто большая машина. Вот она есть, мне пока хватает. Мир я посмотрел, с Бенилюкс весь видел, Россию всю видел, Норвегию, Швецию. Ну, в принципе, все посмотрел своими глазами. Как говорится, пообщался с людьми,
поговорил, посмотрел. Я думаю, наверное, хватает. Надо теперь уже и здесь. Как говорится, свою личную жизнь уже налаживать пора. Сколько можно ездить. Все получается, катаемся, трудимся. Каждую ночь дома, выходные, когда не предлагают поработать сверхурочно. Сам я никогда не катался в долгую, месяцами не жил в будке, как многие. В начале карьеры своей катался по 5-6 дней, 2 дня дома и так по кругу. Спустя какое-то время нашу бригаду закрыли, разогнали. Пришлось адаптироваться к новым условиям, к новой реальности. И для того, чтобы не уезжать, на месяц, 2-3, причем для меня это было принципиально, стал брать студентов. С ними катался до 45-ки, 10-12 дней было терпимо. Но есть нюанс. Со студентами долго не выдержишь. Меня хватило года, наверное, на 2. Реально сочувствую тем, кто месяцами живет в будке. Я лично больше 2 недель выдержать не могу. После 2 недель у меня начинает ехать крыша. Хотя, наверное, каждому свое. Лично мне не особо выгодным кажется по 3 месяца кататься, месяц сидеть дома, потому что все, что заработал за 3 месяца, по факту надо делить на 4 месяца и так прикидывать математику. Выгоды особой в этом нету. И крупные игроки, на мой взгляд, каждый день будут продолжать закручивать гайки все ту же и ту же. Ситуация в лучшую сторону не изменится, это точно, ближайшие 5 лет. Это мое личное мнение, хотя каждому свое, и каждый сам выбирает, как жить, как работать и главное, где. Привет, меня зовут Денис, я работаю в НЭБе уже сколько? Почти 2 года. Двигаемся на автомобиле МАН, ТГХ, едем в Ливан и за Торфом. И все, я даже не знаю, что больше говорить-то, блин. Работаем по Латвии, периодически ездим в Литву, в Эстонию, дальше никуда не ездим. Поработаю в одиночку, по 5, по 6 дней крутимся по Латвии, в Латгальском крае, в Курземском крае работаем на перевозке щепы, торфа на перекидках, как пример, Екапилс Резекне, Резекне Екапилс в обратную сторону. Иногда катаемся Кулдига, Венспилс, Венспилс Рига, катаемся по всем колхозам по латвийским. Нюансы местного дальнобоя, все просто, по Латвии нету парковок, негде помыться, как говорится, побриться. Пару мест есть, где вот на статойлах, на больших только. Что еще рассказать-то про латвийский дальнобой, а больше и нечего рассказывать. Обычный МАН ТГХ 500, трехмостовый. Прицеп с парка с разрешением 52 тонны, 95-кубовый прицеп, щиповоз. А вообще на МАНах получается 3,5 года я работаю. Ну что про МАН скажешь, такая машина как машина. А на камеру так и есть, это пиндык, я не знаю, я на камеру теряюсь всегда как бы. На фотографии, вот, когда снимают, я сильно теряюсь. Я почему Данику и говорил, что как бы, ну, меня снимать это будет проблемно. Мне тут надо, как говорится, подсказывать. Прям неужели так все прям легко на камеру разговаривали наши? Нам осталось 4 километра. С Риги приехали пустые, в Ливанах свернули на Прейле, 6 километров дороги и на месте. Грузиться будем на болоте, торф повезем на Ригу, в Мангальсала, на порт. Погода сегодня гадкая, серо, идет дождь, единственное, безветренно. Да весна, ждем лета, тепла. Я на прошлой неделе еще по снегу ездил по Латгалии, в Резекне я катался. Загрузка будет фронтальником, да, через, ну, обычный ковшевой погрузчик. Закинет нам 9 ковшей, ну, в зависимости от веса, может быть, 8 ковшей будет. 9 ковшей, это 95 кубов возьмем, то есть один ковш 10 кубов. Ну, да, он будет загружать, как бы, начиная спереди, по 3 ковша надо закинуть. То есть первый пролет 3, второй пролет 3 и последний пролет 3. На последний пролет, как бы, один ковш я себе оставлю на то, чтобы, если что, место для маневра оставалось. И по осям. Ну, там есть весы, можно заехать на весы, как бы, и проконтролировать свой вес. Я могу брать до 52 тонн, официально перемещаться по латвийским дорогам. У меня есть разрешение. У меня 22 колеса. 3 оси на тягаче и 3 оси на прицепе. И прицеп с парка. Ну, да, 22 колеса получается общее. Вот и наш поворот. 2 часа 18 минут. Ну, 2:20 получается езда. Вот и наша погрузка. А, нам повезло, у нас очередей нету в этот раз. 2 машины. У нас насыпное, а они палетами берут, поэтому нам эта очередь, ну, никак не нужна вообще. Они тут весь день будут стоять. Вон как раз идет погрузка. Вот погрузка так вот идет.
через верх, потом немножко ковшом прижимая чуть-чуть. А, три машины. Вы здесь будем сейчас стоять, да? Ну, да, сейчас пока здесь постоим, когда будут оттуда выезжать, потом мы туда заедем туда. Сейчас мы откроемся для проезда через сканер, расчехлим прицеп. Напарника сегодня ночью затравил энергоаккумулятор, заедем потом сервис поменяем. Все будем делать очень быстро, как на Формуле 1. О, еще машинка едет наша одна. Ах, резиночки, резиночки. Работает на высоте. Сейчас я тут акробатический номер один. Чуть-чуть подвинься, можешь оставаться. Места мало. С животом тут тяжело. Надо сбрасывать вес, ребята. Лишние килограммы тут помеха ужасная, да. Ну, вот так примерно мы это все сейчас должны открыть. Проехать через сканер. Выгрузить, чистенько все вычистить и будем обратно грузиться. Пойдем дальше. Все, поехали. Высота это тоже на верхотуру разрешение. То есть у кого болезни всякие, бывает не годятся люди тоже, кто боится высоты. Вот был один товарищ, я обучал его везде, я чувствую, он лезет, и ноги, руки аж трясутся. Высоковато. Слабо. Нельзя, да? Нельзя, да? Нельзя снимать завод. Нам запретили снимать сам завод, поэтому видео будет немножко ограничено. Сейчас мы проходим через сканер, нас сканируют и дальше поедем выгружаться. То есть машину нам разрешили снимать. Будем показывать то, что можно. Вот наша кучка эта, ну тут уже две машины выгрузилось, и поэтому нам надо думать, куда выгрузиться, чтобы наша щепа это не мешала. Как это все лучше нам сделать? Даже боюсь, придется поискать место. Так. Прокатимся кружочек, поищем. Потому что трактора нет, он еще не поднял. Или продолжить кучу. Сейчас посмотрим. Ну, сюда можно как-то. Наверное, будем здесь и пристраиваться. Ну, задом приходится ездить довольно много. То есть, если кто права купил, тому будет тяжело. Первые полгода, да, бывает попадаются такие экземпляры, которые задом ездить умеют плохо. Ну все, вроде мы нашли себе место для выгрузки. Теперь можем уже одевать каски. Выход на улицу, да, только я вот сужу. Без средствах. Опа. Вот она щипа. Ну вот, включили гидравлику. И так называемые шагающие полы делают теперь свое дело, загружают на прицеп. И есть какое-то время отдохнуть, можно сказать. Ну, в среднем 15 минут это так. От 10 до 15 минут. Гидравлика пока еще свежая, тянет хорошо, обороты идут. Всю полностью выгрузим, потом почистим
Загрузим гранулы и будем работать дальше. Вещь интересная, но дорогая. Надо ее обслуживать, за ней ухаживать. Все алюминиевое, очень нежное. Большой расходник на ней, на эти прицепы, конечно, но спецтехника есть спецтехника. Оно очень простое. Заходим в автомобиль, есть данные движения. Здесь расходы все. Расход в поездке, время движения можно посмотреть по тахографу. Текущий расход топлива, давление наддува. Это первое меню заканчивается. Потом есть контрольные данные. Здесь можно посмотреть давление масла, когда заглушенная машина. Уровень масла, потому что щуп он находится под... Надо кабину поднимать. Осевую нагрузку можно посмотреть. Ну, две оси. Лентяй, третий, второй, ведущий мост, напряжение аккумулятора, тормозные накладки, остаток, все три моста, давление ресивера, рабочие данные, ну это сколько часов машина отработала, сколько литров типа сожгла. Потом прицеп, общую осевую нагрузку можно посмотреть, это, ну она на все три моста идет как бы одна, ну, то есть не будет по мосту. Допустим, как у Скании, по примеру, у него там на каждый мост видно нагрузку, она как бы общая идет. Сервисное обслуживание, просто когда что менять надо, ну даты все эти стоят. Диагностика по блокам, можно посмотреть отдельно блоки управления, отдельно контрольные лампочки, ну просто как бы нажимаешь, и вот они получаются, проверить можно, допустим, символы красные и символы желтые. Данные автомобиля, ну номер шасси, тип двигателя, номер двигателя, скорость на подъеме, регулировка. Ну, это стандартный там круиз-контроль, эко, комфортный указатель поворотника. У меня он отключен, потому что он не 3 раза моргает, а 6 раз моргает. Не нравится просто. Максимальную скорость установить можно. Это типа на скатывание с горы. Предупреждающий сигнал, громкость добавляешь. Тахограф как бы превысил скорость или вот такой вот. Дневной свет, дневные ходовые огни, их можно включить, отключить как бы. Ну, у меня включены. Напоминание о ТО. Это на панель, то, что с кем машины он как бы выкидывает, когда ТОшка. Установка языка. В Мане всего 2 языка. Русский и латышский. Ну и дальше как бы настройки стандартные. Аудио, телефон, сообщение. Ну типа вот требуется ТО там 08.2021. Но самый главный плюс — это мановская оригинальная музыка. Очень хорошая, у нее встроенный оригинальный сабвуфер там находится сзади под сиденьем. Он. Кофеварка мне вот досталась, она уже пришла с кофеваркой вот с этой вот. Рабочая? Да, конечно, Кирка вот эта вот хорошая. У меня такая своя еще одна есть. Как бы отличная штука, как бы... Вообще просто. Я доволен ей очень. Холодильник, да, он как бы в Мане, ну, стандартный, осторожно, немножко ногу, чуть-чуть. Плюс у него есть как бы еще откидной вот этот вот столик такой вот. Хоп. Такая вот штука удобная. И тогда как бы даже, ну, и холодильник как бы есть доступ ко всему.
и плюс вот такой вот стол. Ну, по комплектации у него то, что вот это удобно, это отворотное зеркало. А ты, кстати, даже можешь снять его, как оно работает. Допустим, мне надо припарковаться на правую сторону, как я просто нажимаю кнопку, и зеркало отъезжает вправо. А так стандартный. Маны, они все стандартные. В целом, машина очень выносливая, доволен ей в том плане, что она не ломается, она едет и едет и едет и едет. То есть вот этим вот доволен. По комфорту где-то чего-то не хватает. Если как бы сравнить там с Volvo, там, DAF-ом, со Scania, то вот это вот как бы разница. А в целом, как для работы машина, конечно, я очень доволен. Спальник большой, широкий. Кабина, конечно, очень большущая, огромная, я даже сказал. Это? А это же, этот, как его, это мультисистема, да, как бы. То есть у него все стандартное. Радио, как бы есть навигашка, встроенная уже, оригинальная. Ну, Латвию показывает. Я думаю, что Айго, скорее всего. Bluetooth встроенный, флешка. Допустим, как после Скании, мне было тяжело привыкнуть вот именно к посадке водителя, что хочется еще назад откинуться немножко. Но если откидываешься еще назад, тогда и руля не хватает. Как бы, и руль как будто бы еще надо сюда. Но это такой нюанс, это чисто мановская. Хотя уже сейчас привык, уже как бы и нормально, в принципе, кажется. Удобно. Только так ходит, ну и вот так. И все. То есть, как бы. У него нету, как у Scania и у Volvo, там вот так в полку станет. И, грубо говоря, его вот так вот можно поставить. Практически ровно там до сюда. То есть у Мана это все предел. Ну и бублик, конечно, такой солидный, размеров больших. Ну вот как-то так. Еще ж поедем сюда, тут еще несколько рейсов будет. Надо удалить всю щепу, чтобы не было в прицепе, чтобы не было примесей в гранулах щепы. Наша задача вычистить довольно все чисто. То есть, короче, физкультура каждый день, да? Да. У меня товарищ один приходил, он сказал, хоть по-другому себя стал чувствовать. Потому что если на дальнобое, если на сидячая работа, растет живот. Ну, да. Все остальное. А так? Вы бы меня видели года три обратно, если был совсем другим человеком. Намного больше. На 20 кг. А здесь надо прыгать, бегать. Все, как говорится, спорт. Щетка. Лазим по лазинкам. Силовые упражнения. Тут уже кто как может, кто как умеет, когда нужна скорость. У каждого есть свой секрет подметания. Это сейчас ты секретный способ показываешь? Да, можно сказать, эксклюзивные кадры. Но, в принципе, уже используются уже все, конечно, друг другом подсматриваем. Где-то как-то быстрее. Ну, не прям так до идеального, да? Ну, щипа не должна присутствовать в гранулах. Ну, вот такое нормально, да? В принципе, для идеального. Не-не, это еще буду почищать. А. Это просто пока говорится, чтобы мне не мешалось. А, крупная типа, да? Крупная щипа. И сейчас я еще... Сейчас, как говорится, наведем лоск и блеск. Да, нам надо заехать сейчас на весы. Перейти на канал, на местный. Сообщить, кто приехал. Развести идентификацию, выразить свои пожелания, что нам надо, назвать номер машины, будет нас загружать. Система дальше идет в электронном виде, все оформляем через телефон, через приложение, никаких бумаг, никаких волокит, здравствуйте. Вот как-то вот мы уже знаем точку, где нам примерно остановить кабину. Да, мы стали под бункера. У нас тут с этим камерой. Лабден, Андрей Саулитинс, ЛО СЖ-64-4, Гатовс. Лаби-лаби, барам. Я полез. Ну вот, сейчас у нас будет загружать. Каска спасла.
4 ремня, не 24, как на тенсе, а всего лишь 4. Закрыто, все ли выключено, все пульты на месте. Поехали!